Ловушка захлопнулась. В Таиланде на острове Кочанг по запросу ФБР задержали россиянина Дмитрия Украинского. Об этом сообщил генерал-майор полиции Сурачет Хакбхан. В посольстве России в Таиланде информацию о задержании подтвердили, но комментарии решили не давать. Посольство в курсе, но никаких комментариев мы не даем. По предварительной информации, украинский воровал деньги с кредитных карт граждан США в разных странах. Причем в особо крупном размере. Преступная группировка, в которую входил россиянин, якобы похитила около 30 миллионов долларов. Кроме того, у бизнесмена-хакеров в Паттайе находятся 3 туристических офиса. Правда, дохода они приносят куда меньше.